Get Movies. Канал для всей семьи. Не та сторона клюшки, Аленка. Это для атаки. Шайбу ведут другой стороной. Всегда бей по воротам. И лучше бей в центр. Аленка, держи равновесие. И целься точно в кристалл. Так ты выведешь противника из игры. Падать нельзя, Аленочка. Тебя, конечно, поймают, но из игры ты выбываешь. Что ты еще, девочки? Да, вопрос. Может, флайтбол не твое? Девочки. Аленочка просто молодец. Да, но ей еще многому надо научиться. А матч уже завтра. Это разворот! Видели, девчонки? Девчонки? Боюсь, мы не успеем ее подготовить так хорошо, как Снежку. Жаль. Да, мы столько тренировались втроем, чтобы достойно сыграть. А я уже заказала у кота огромный победный торт. Но еще не поздно попросить его сделать другую надпись. Да, думаю, нам надо просто смириться с тем, что первую игру с Аленкой мы проиграем. Проиграем? Аленочка, ты как? Не ушиблась, Аленка? Думаю, на сегодня достаточно. Хорошо потрудилась, Аленка. Идемте. Вы идите, девчонки, а я тут еще потренируюсь. Хорошо. Что мне в Аленочке нравится, так это то, что она никогда не сдается. Я не могу допустить, чтобы девочки из-за меня проиграли. Какая целеустремленность! Браво! Любава, а ты что тут делаешь? Пришла потренироваться перед матчем, разумеется. И знаешь, у тебя получается уже не так ужасно. Как жалко, что твои подруги хотят тебя заменить. И ты не сможешь продемонстрировать свои успехи. Ты о чем? Девочки, что там делает Волод? А разве ты не знаешь? Волод один из лучших игроков по флейтболу. А? Они, конечно, хотят победить, но я тоже. Я буду еще тренироваться. Да, понимаю. Это очень обидно, когда подруги не хотят с тобой играть. И признаться честно, сейчас тебе помогли бы играть на нашем уровне. Только библиотечные артефакты. Прости. Интересно, о каких таких артефактах говорил Любава? В библиотеке ничего такого. Ого! Да это же целая коллекция артефактов! Может, тут есть что-нибудь для флайтбола? А вдруг там джин-толик? Ух ты ж! Так, а тут что? Шапка-невидимка, что ли? Привет, Астер! Аленка, какой сюрприз! Ты в порядке? Бледный какой-то! Укуси меня! То есть ты меня раскусила! Да, это я взял кольцо силы, но это потому, что я не успеваю делать дела по списку звездочета! Пожалуйста, не выдавай меня! Конечно, Астер! Я никому не скажу! Чудненько! Спасибо, Аленка! И увидимся! Конечно! Пока, Астер! И привет, моя прелесть! Уважаемые зрители, добро пожаловать на первый матч семестра по флайтболу! В величайшей игре сказочного мира! И на поле уже выходят команды Варвары и Любавы! Ну как, готова, Аленка? А кто? Я? Да, конечно! Ой, ты главная, не переживай, Аленка. Даже если мы не победим, ничего страшного. Да, будут еще матчи. Много-много. Что за настрой, девчонки? Разумеется, мы победим. Вот увидите. Любава, так круто, что я в вашей команде. Ты не пожалеешь. Надеюсь. Ну что ж, игроки, я жду от вас честной игры. Толковаться нельзя. Использовать волшебные артефакты квакать
категорически запрещено! Конечно, конечно, профессор Судья! Никаких артефактов! Разве что один, но очень маленький. Квак! И вот шайба в игре! Капитан и команда устремляются за ней! Восхищаюсь тобой, Варя! Выйти на игру с такой поразительной командой! Спасибо, Любава! И не отставай! Варвара открывает счет! 2-0! Я здесь! Пасуй, Аленка! Давай, колечко, не подведи! Ого, Аленочка! Сразу видно, тренировки пошли на пользу. Да, только в следующий раз пасуй полегче. Игра приобрела неожиданный поворот. И, кажется, одному из участников требуется отдых. Тем временем капитан Любава уходит из-под атаки игроков Варвары и Алены. Перехватывает шайбу. Удар! И да! Марья спасает ворота! Избавься от Снежки, Кика! Сейчас! Хочу кое-что проверить. Снежка! Держись, я уже лечу! Ой, Аленочка, ты что, забыла про спасательный пузырь? Кажется, да. Эй, это же нечестно! Ой, а я думала, мы уже играем. Простите. Нападающий Кика наносит неожиданный удар и выводит из игры Снегурочку. Куда смотрит судья? Нарушение? Назначаю пенальти! Команде Любавы, игрок Алена, займите позицию! Что? Я? У тебя все получится, Аленка! Давай, Аленка! Ю-ху! Что ж, попробуем еще раз, колечко! Идеально выполненный центровой гол! Алена приносит своей команде сразу 5 очков! Знала, кое-кто решил жульничать. Перерыв, квак! Ой! А вот и я! Разгадается игра с тем волшебником! Ура! О, умоляю, скажи, кто ты, богиня? Любав, мы что, проигрываем? Это все Аленка со своим центровым! Спокойно, команда. Свою победу я никому не отдам. Вот это игра, девочки! Мы можем победить! Не можем, а точно победим! Полетворите что-то невообразимое! Принцесса Алена демонстрирует невероятный талант к флейсболу! Никакого сомнения! Победа достанется команде Варвары! Ура! Мы победили! Тортик не надо переделывать! Привет! Мы, кажется, незнакомы, я... Ура! Наши девочки сильнее! Ага. О, нет!
человечества. Полная дисквалификация команды. Что? Аленка? Не может быть. Я разочарован в вас, Алена. Победа достается команде, занявшей второе место честным путем. Благодарю вас, профессор. Награда нашла своих настоящих героев. Девочки, как ты могла, Аленка? Поверить не могу, что ты пошла на обман. Так я же ради вас старалась. Я слышала, вы хотели выиграть, а Снежка заказала торт и... Вот что ты о нас думаешь? Что для нас победа важнее подруги? Мы были готовы проиграть с тобой, Аленочка. И я решила есть меньше сладкого. Видимо, для нас дружба важнее, чем для тебя, Аленка. Ну, и я пойду. Девочки, вы куда? Мы ведь подруги. Мы же сказочные подруги. Я в этом уже не уверена. Вот этого так, еще вот это добавим. Хорошо, хорошо. Получилось! Так, успокоились. Осталось подать чай. Не понимаю. Куда она могла деться? Эй! Ты что-то потеряла, Машенька? Да, мое самопишущее перо. Новое совсем. Ах. Девчонки, представляете? В колледже открылся кружок боевых искусств. Вот, я уже записалась. И вас записала. Круто, да? Что за кружок? Да, записала. Чудесно. Всегда мечтала научиться обращаться с булавой. Поверить не могу, что ты затащила меня в какой-то кружок, Аленка. Да брось ты вредничать, Варечка! Тут же будут сражения и новые боевые приемчики! Нам будет так весело! Кружок боевых искусств. Интересно, кто педагог? Может быть, принц Артур? Принц! Ха! Это должен быть рыцарь! Настоящий воин! Самый грозный и могучий! Морок? Вообще-то я ваш учитель и требую более официального обращения. Владик, надо же, ты здесь! Я вас, я... Владислав Владимирович. Потягивай-ка, не позорь меня. 30 приседаний, начала. Фу ты, ну ты, какие мы строгие. Что ж, малявки, приготовьтесь. Потому что я намерен сделать из вас волшебничка. Настоящих боевых магов. Приступим! Запомните, малявки, настоящий воин не дрожит перед лицом опасности. Он всегда на чеку и подмечает малейшие детали. Он быстр, ловок, силен. Он верит своим инстинктам и всегда готов идти до конца. Не могу. Что тут делает Морок? И раз. По-моему, просто командует нами. Нет, тут что-то нечисто. Эй, колючка, не вижу, чтобы ты старалась. И еще 10 отжиманий. Весь сказочный патруль в моей власти. И почему я раньше не стал педагогом? Э, где мой свисток? Ладно, приступим ко второй части тренировки. Ты, Волод из племени горных магов, попробуй преодолеть магическое поле. Да! Слабовато. Эй, ты, сможешь незамеченным подкрасться к врагу? На,
Ты хоть и невидимый, но очень заметный. А ты, Настасья Микулишна из рода богатырей, как бы ты добралась до тайного хранилища? Эффективно, но слишком громко. Да, вряд ли от вас будет хоть какой-то толк в серьезном деле. Ассистент, выпустить учебный реквизит. Тренируйтесь, малявки. Вернусь через 5 минут и продолжим в полную силу. Девчонки, я больше не могу! Я думала, будет весело, но веселиться здесь только Владик! Что вы ко мне привязались? Да что вы не делаете? Я же невидимый! Так давайте просто уйдем! Это же всего лишь кружок! Малявки! Что? А где все? Вот спасибо тебе, Аленочка. Кто тебя вообще просил нас записывать? А по-моему, было весело. Да ладно вам, девочки! Хватит на меня дуться! Мне и так уже досталось! Ну, девочки! Что значит не будешь? Ты тут староста! Да, но почему я должна искать твою брошку? Она даже не красивая. Считай, тебе сделали одолжение, что украли. Любава, извини, но твоя расческа тоже исчезла. Буквально у меня из рук. Что? Моя сказочная прелесть? Нет, тебе ничего доверить нельзя. О, кстати, почему бы не попросить помощи у наших мышкинских практиканток? Они же знаменитый сказочный патруль, не правда ли? Вообще-то, да. Девочки, это же мой шанс. Да, мы сказочный патруль. Выкладывайте, что у вас случилось? У меня брошка исчезла в форме паука. И расческа Любавы, и мой значок с мухомором. У вас тут кружок потерянных вещей? Я нигде не могу найти свой магический атлас. Мне очень нужен мой атлас. Без паники, без паники. Соберем показания. Интересно, какому же властолюбивому и жадному человеку понадобилось столько магических вещей? Как они посмели сбежать? Это мелюзга. Как я теперь выполню свое... Еще одно слово моих методов, я тебя в металлолом сдам. Морок, признавайся, это твоих рук дело? Варечка! Ты пришла на мой урок! Ты о чем? Да я первая с него сбежала. И вообще, я не затем пришла. Ну, разумеется. Да все вы просто слабаки. Простой разминки не выдержали. Да? А может, все дело в твоих методах, учитель? Ах, правда? Просвети же меня, о мудрейшая. Что я делал не так? Я? Да легко. Значит, это все-таки ты. Ты украл все эти вещи. Ты чего, колючка? Я что, вор, по-твоему? Да когда я хоть что-то крал? Ну да. Но в этот раз это точно я. Гостейки! Нет! Что это за монстр такой? О, свисток нашелся. А теперь, колючка, переходим от теории боевых искусств к практике. Мои расчески были другие зубчики. Выразительнее. У него что? Мой громовой нарукавник? А ну, верни свои доспехи! Мотор! Подход. Эй, малявки, слушайте! Время моего самого нелюбимого приема. Навались вместе! Действуем как единая команда! Прикрываем друг друга и продолжаем изучать противника! У него в
внутри какое-то силовое поле. Понял. Настя, подкинь меня. Влад! Подъем! Ну, здравствуй. Тебя я искал. Злодей! Фу! Такая маленькая жаба, а сколько проблем! Тише, Аленка! Это не просто жаба, это профессор Звездочёт! О! Желтый носок в горошек! Это грозе! Что тут у вас происходит? А вот и гроза! Ну, что там слышно, Машенька? Да тише, Аленка! Не мешай! Так вы говорите, что нашли свиток? Да, среди остальных пропавших вещей. Что скажете, профессор Звездочёт? Неужели я сам его взял? Кванфус, прошу прощения. Не знаю, что на меня нашло. Я просто читал пару дивных романов, то есть проверял контрольные. Так вот, я, Квак, всегда выпил чашечку своего любимого ромашкового чая с мушками, а потом заснул. Вот и все. Думаю, мы еще продолжим этот разговор, профессор. А вы, Влад, можете быть свободны. Благодарю за проделанную работу. Василиса Васильевна, мы тут подумали... Василиса Васильевна, как староста класса, прошу вас назначить Владислава Владимировича нашим постоянным учителем. А боевое искусство – постоянным предметом! Ученики, профессор Крейв Кузьмич просил передать, что меня сегодня не будет. То есть, его не будет. Не беспокойся, Астер. Как староста этого класса, я верну их. Кика, Настя, за мной. Конечно, конечно. Ты очень добра, Любава. А мне надо передать вам список рабочего дома. Домашней работы, конечно. Астер, а что с Кривозубом? Ему от вредности челюсть свело, лен грибов объелся. Нет, ничего такого не припомню. Просто Василиса Васильевна собрала все кабинеты учителей. Всех учителей в своем кабинете. По какому-то срочному вопросу. О, нет! Девчонки, неужели Василиса поняла, что мы с Несмеяной... Несмеяна устроила у нее беспорядок. Меня же теперь исключат! Нам нужно срочно узнать, о чем они говорят. Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне! Ой, ну хорошо. Давайте за мной. Вот и все. Хотя нет, не все. Любопытные варвары на базаре нос оторвали. Ничего не понимаю. Они там что, скороговорки читают? Вообще-то, Аленочка, так работает антиподслушивающее заклинание. А что ж тогда делать? Машенька, ну придумай что-нибудь. Ты ж такая умная. Посмотрим. Может быть... Да, вижу. Есть брешь. Можно попробовать подслушать там. И почему это я должна подслушивать Василису? Потому что я и так на волоске от исключения. А я Кривозуба даже сквозь стенку боюсь. А мне вообще эта идея сразу не понравилась. А, ладно, тише. И так плохо слышно. Свиток пропал. А защитное заклятие с тайника мог снять только доверенный вам ключ, профессор магических артефактов Звездочёт. Хм,
Профессор Звездочет! Ква! Что? Я не сплю, Василиса Васильевна. Милая, уверяю вас, что ключ целости и сохранности, и ведь я храню его в самом надежном месте. Никогда бы не догадался там посмотреть. Милости прошу, ключ на месте. Профессор, это ключ от вашего кабинета. Ну да, а вам какой нужен? Ключ, всех ключей от тайника со свитком. А зачем? Потому что свиток пропал. Какой кошмар. Какой свиток? Маш, ну что там? Говорят, пропал какой-то свиток. Это конец! Сейчас мне нужно искать, кто был в кабинете, и меня включат прямо сегодня! Так, это гаечный ключ. Так, тут рожковый, накидной. О, откуда у меня автомобильный? Аленка, не тряси меня! О, нашел! Ключ всех ключей! Целый и невредимый! Аленка, смотри, что ты наделала! Ты ушиблась, Машенька? А это что такое? Скорее, уходим! Девочки, это же брелок Несмеяны, да? Да, но что он делает у кабинета Василисы? Как что? Все же понятно! Это она украла этот, как его, свиток! Подожди, Аленка, Несмеяна та еще злюха, но мы не можем просто так обвинить ее в похищении! Еще как можем! Она еще тогда, когда мы были призраками, хотела посмотреть, что находится в тайнике! Надо отдать брелок Василисе, он может быть важной уликой! Ой, Машенька, нам лучше самим во всем разобраться, мы же сказочный патруль! И вообще, если Василиса спросит, откуда у нас этот брелок, то она поймет, что ты ее подслушивала. А ты ведь этого не хочешь? Ой, хорошо, но если... Вот и славненько, мы выведем Несмеяну на чистую воду, и моя репутация тут же поправится. Вперед! Звонок, оборотные яблоки, а теперь это? В этих книгах явно не рецепты десертов. Я не хотела в это верить, но Несмеяна действительно ведет себя очень подозрительно. Что она задумала? Как что, Машечка? Ежу понятно, что ничего хорошего. Ее надо остановить! Скорее! Где она? Девочки, это же телепортатор! Нам срочно нужен пароль, пока Несмеяна не ушла далеко! А?
нет времени объяснять. Так, какой пароль может быть из злодейки? Может, зло? Брокколи. Проклятие. Колючий свитер. Нет, не подходит. Ну что же, что же, что же? А это что? Я, что ли? Принцесса Хрюшка? Что за прикольчики такие? Получилось! Скорее, девочки, прыгаем! Классный пароль. Ой, укачала. Приехали? Вы? Что вам здесь надо? Сдавайся, Несмеяна! Мы все знаем. Отдавай свиток. Что? Какой свиток? Вы вообще о чем? Тебе не обмануть нас! Даже с помощью этой странной... шапки? Дай сюда! Мы все видели, и... Что это? Это все какой-то обман, да? Прикрытие! Он что, стреляет огнем? Какое коварство! Совсем, что ли, принцессочка? Это просто... Няня-Мея, ты пришла! Няня-Мея? Пришла! Глыбушка ты моя, неподъемная! Сейчас няня-мея разберется с глупыми девчонками и расскажет тебе сказку. Так, подержи его. Да, я его покажу. И сказку расскажу. Как раз нашла новую книгу в библиотеке. Конечно, очень страшно, ему понравится. Не переживайте. Ну, и на чем мы остановились? На том, что мы нашли эту кабинет Василисы, и это твое. О, мой брелок, а я его обыскалась. Так это вы его у меня украли. Нет, прости, Несмеяна, кажется, мы немного ошиблись. И не должны были тебя подозревать, но подозревали. Ну, мы пошли. Ну уж нет. Сначала вас ждет ужасная расплата. И когда маленький единорожек почти добрался до дома, на него налетел ужасный дракон. И нос его... Есть мороженое, конец. Ура, еще! О, Несмеяна, может, хватит? Мы уже час твоего пупучика развлекаем. Давайте, давайте, не халтурьте, сыщики. Ага, сыщики. Свиток мы так и не нашли. И куда он мог деться? Благодарю вас, что прибыли так скоро. Думаю, ваш опыт и таланты помогут нам вернуть пропажу. Будьте спокойны, Василиса Васильевна. Считайте, свиток уже у вас. Итак, слушайте внимательно, волшебники и волшебницы, ибо сегодня речь пойдет о доблести и коварстве, предательстве и мужестве, о противостоянии, которое навсегда изменило волшебный мир. А что из бедных и темных сказок? Ну что, соскучились по мне? Достали перья и записываем. В давние времена волшебный мир населяли светлые и темные сказки. И были темные сказки вредными и злыми. Только и делали, что запугивали бедных людей. Вот же злючка! Кто это, девочки? Несмеяна. От нее лучше держаться подальше. Она редко появляется на занятиях, а если ей приходит, то всем от этого только хуже. Слушайте, эта тема точно будет на контрольной. И однажды обратились к светлым сказкам люди, попросили их спасти от происков темных.
встали светлые на защиту людей и лишили темных их злой силы, чтобы не смогли они больше вредить людям. Вредить людям. Эй, отдай, это мое. Да, миленькая штучка. А вот ты, принцессочка всего волшебного мира, совсем нет. Ручка побелела для бедной волшебницы. Чего? Ты что, я без спроса взяла? Кто вообще так делает? Аленочка, тебе лучше сесть. Мерзость! Наболтаетесь в библиотеке, когда будете разбирать архивы. Но, профессор... В библиотеку обе! Живо! Вот так. Теперь каких-то... пару сотен часов, и я свободна. Эй, Несмеяна, а ты вообще собираешься мне помогать? Не-а. Давай сама, принцессочка. Кривозуб нас обеих наказал. Почему я одна должна все делать? Кривозуб еще парик носит и всякую ерунду рассказывает про темные сказки. Сама ты ерунда. А та легенда была очень даже интересной. Ну, конечно. Светлая сказка верит в сказочки. Вот только все было иначе. Что? Ты о чем вообще? Много будешь знать. Скоро ты останешься. Ой, боюсь. Давай помогай, Несмеяна. Так, где-то тут должна быть следующая страница. Это Скорзир Тума... Ладно, что ты там бормочешь? Даже читать не умеешь, принцессочка. Тут же написано черным по-старому. Это Скорзир Тумен. Что? Что-то случилось? Да не, вроде. Знаешь, Несмеяна, я сама здесь все уберу, а то эта твоя помощь только хуже делает. Ох ты ж, ёжики, ты что наделала? Я наделала! Это ты подсунула какое-то заклинание! Я подсунула? Ты сама его взяла! Думаешь, это смешно? Как будто ты знаешь, что такое смех! Несмеянка! Что? А ну верни все, как было! Ко мне идет. Книги прочитала! Рыжая! Так вот! О! И хватит на меня все выйти! Это то, о чем я думаю? Ага, кабинет Василисы. Меня 100 раз сюда вызывали. Уходим! Если Василиса Васильевна узнает, что мы без спроса были в ее кабинете, нас точно исключат! Нет, подожди. Давно мечтала кое-что сделать. Ты что там задумала? И как ты взяла ручку? Ну что, портретик, готовься стать усатым. А что это было? Сигнализация? Да подожди ты, трусиха коронованная. Тут какое-то мощное защитное заклятие. Интересно, что директриса там прячет? Наверное, что-то важное и ценное. Заклятие? Тем более уходим! И вообще, может быть, тебе все равно, если тебя исключат, а мне этого совсем не нужно! Надо бы проверить, как там Аленка. Да, а то она задерживается. Несмеяна, ты вообще представляешь, что могло произойти? Что, если Василиса Васильевна узнает, что мы были у нее в кабинете, и тогда... Ой, девчонки! Девчонки! Валя, стой! Знаете, девочки, а у меня такое чувство, что Аленочка где-то рядом. Снежка! Я здесь! Прием! Что же это такое? А ты что стоишь? Помогай! Не могу сдвинуться с места! Я сейчас лопну от смеха! Астрид, ты не учишься? Я помогу! Сейчас, секунду. Что же это я? Нет,
Вот сейчас лопну! И вообще, куда тебе столько книжек? Ты их ешь, что ли? О! Точно! Не смеяться, Астер же очень умный! Он наверняка знает, как нам помочь! Беги! Ага, давай! Не поможет, так хоть повеселит меня! Сюда! Он сюда пошел! Скорее! Фух! Чуть не прибежали! Астер! Астер! Ты что, забыла? Нас никто не видит и не слышит! Астер! Значит так, мы призраки, принцессочка, и нам надо действовать другими методами. Ой, что это? Как это у тебя получилось? Сосредоточься на предмете. Ты же знаешь такое слово. Сосредоточься. Знаю. Ну, попробуем. Что происходит? Землеволнение! Ой, землетрясение! Ух ты! Это даже веселее, чем я думала! Ну давай, Астер! Хватит дрожать! Помоги нам! О! Профессор Звездочёт оговорилась о подобных явлениях. Не может, не может быть это... Это... Призраки! Вот. Эй! Ты куда, Астер? Астер! Все веселое так быстро кончается. Аленка! Ты тут? Мы пришли тебе не помогать. Так, защита от мышей, не то от волдырей, да как же их, мне нужна защита от призраков. Ох, это вы, девочки. У меня чуть остановка не забилась, то есть сердце не остановилось. Что-то случилось? Ты в порядке? Ох, девочки, в моем призраке появилась комната. В моей комнате завелись призраки. Они отбирали мои вещи, качали стул, а еще они делали примерно вот это. И только попробуй сейчас всю работу на меня свалить, Несмеяна. Молись, чтобы я от тебя уже отделалась, принцессуля. Это же... Аленка! И Несмеяна. Да уж, придется постараться, чтобы найти тут нужное заклинание. Ладно, я вижу только один выход. Надо перебрать весь архив. Что должны были сделать Аленка с Несмеяной? Я вам помогу. Лучше архивов в колледже со мной никто не управится. То есть... Мы поняли, Астер. Трепецис таро обвидимус. Девчонки, спасибо! Вы не поверите, что с нами было! Мы аж к Венеции Василисы Васильевны провалились, представляете? Несмеяна там такое устроила! Хорошо, что ее какое-то заклинание от портрета отбросило, а не то она бы Василисе усы нарисовала! Эй, ты куда? Кто книги убирать будет? Сама их убирай! У тебя же столько помощников! А у меня дела! Ай! Ой, прости, мои ноги тебя не увидели. То есть я не увидел твоих ног. Да. Девочки, вы же поможете мне. Вообще-то это твое наказание, Аленка. И теперь, когда мы снова тебя спасли, можешь к нему вернуться. И поспеши, Аленочка. Я слышала, что сегодня на ужин грибная запеканка. Ну, девчонки, девчонки! Тут же целая куча книг. Ну, не бросайте меня. Не могу поверить, что я теперь студентка волшебного колледжа! Ой! Аленка, держи себя в руках. Да, тебя пока приняли всего лишь на испытательный срок, а это не шутки. И Кривозуб шутить не умеет. Да хватит вам, девчонки! Я уверена, теперь все будет просто супер! А вот это самое чудо-принцесса. Yeah.
Ничего, а вот ты наоборот. Какое представление устроила на экзамене? А ну убери все это немедленно, иначе я тебе покажу представление. А? Рад, что начало занятий вызывает у вас столько энтузиазма, принцесса Алена. Вижу, вы гордитесь тем, что сдали экзамен настолько, что решили показать всему классу. Тогда вы точно будете горды собой, когда покажете нам, как вы умеете отмывать котлы для зельеварения после урока. А теперь все по местам. Раскрыть цветки, достать перья. Итак, на сегодняшнем занятии мы будем проходить интенсификацию роста биологических масс. Дурашка, ебала! Рост и перья! Ручками писать гораздо удобнее! Девчонки, а это кто? С таким противным смехом! Это Эй, он невидимка, и тот еще шутник. Однажды наложил на мое зеркальце заклятие неопрятикус, и я 2 часа пыталась причесаться. Даже на урок опоздала. А это что за здоровяк? Вот, он маг грома. Один раз обошел меня со своим докладом молнии против садовых вредителей. И до сих пор этим хвалится. А вот тот... Этого юношу зовут Корвин! Ну что, принцесса Аленка, ваше любопытство удовлетворено? Я могу продолжать лекцию? Да, профессор Крикосу, то есть Крикус-Мич. И да, Корвин, тут не библиотека. А читать будете после того, как напишете сочинение на 10 свитков, почему я заслужил наказание. Итак, запишите формулу заклинания роста. Солнце освети, зернышко расти. И чтобы ни одного слова не перепутали. Ай, что за шуточки? Прямо в голову. Вот же любава, заноза. Что я вообще ей сделала? Принцесса Алена, если вам так не терпится поболтать, может, поговорите у доски? Я это... Доброе утро, Крив Кузьмич. Прошу прощения за вторжение. Я с небольшим объявлением. Конечно, Василиса Васильевна, не беспокойтесь. Отниму это время от перемены. Что ж, юные волшебники и волшебницы, поздравляю вас с началом нового семестра. И по традиции прошу выбрать старосту. Спасибо, Василиса Васильевна. Я бы хотела снова предложить свою кандидатуру. Аленка, это твой шанс. Ты должна стать старостой. Что? Я? Зачем это? Вот именно. Аленка даже уроки учить ленится. А тут столько всего делать придется. Делать? Еще чего? Ничего ты не понимаешь, Варечка. Это хорошая возможность для Ленки проявить себя. Это я-то ничего не понимаю. Маш, я не думаю, что это хорошая идея. Тут и думать нечего. Василиса Васильевна, Аленка тоже хочет быть старостой. Отлично. Значит, у вас 2 кандидата. Пожалуйста, определитесь со своим выбором к концу дня. Тихо! Настасья, доске! Посмотрим, как внимательно вы слушали материал. Машенька, спасибо! И что мне теперь делать? Проявить себя, помогать ребятам и быть ответственной. Помогать, говоришь? Ага. Настя, солнышко, освети! Аленка, нет! Анти, подсказочная сигнализация сработала! Ну, принцесса, ну даёт! Тишина! Принцесса Алена, вы что, не знаете, что подсказывать в волшебном колледже строго запрещено? Разве такое дикарство мы хотим видеть в старости класса? Что? Ничего, я не дикарка! Голосуйте за Алену! Она будет дико-крутой старостой! Привет, Корвин, да? Голосуй за меня! Эй, ты куда? Ребята, прощайте с яблочками! Сама собирала! Оп. Ой, как? Что эта принцессочка на себе возомнила? Кому нужны ее фокусы? А мне нравятся фокусы! Аленка, судя по всему, не тебе одной, Настя. Но я знаю, как прекратить этот цирк. Голосование вот-вот начнется. Так, Волос, скорее всего, за меня. Корвин, не уверена. Но ничего, вы-то точно за меня проголосуете. 1, 2, 3, 4. Эх, жалко, что Алисы сегодня в колледже нет. Да, повезло Алисочке. У нее свободное посещение. И агитировать никого не надо. Алена, как хорошо, что я тебя встретила. Вот только мы спешим. Да, понимаю. Голосование за старосту класса — это так
так важно. Пойдемте, девочки. Видимо, помощи от нашей Алены не дождется. А что с Эем? Говорят, его видели в библиотеке в очень расстроенном состоянии. Бедняжка, и что же могло его так огорчить? Ха, а я знаю. То есть нет. И я не знаю. Хотя о чем тут говорить? Это же не так важно, как голосование. Иди, иди, Любава. Так мы тебе и поверили. Ой, урок начинается, бежим! Девчонки, вы это идите, а мне... в общем, я тут посох свой забыла. Я за ним сбегаю, я мигом. Профессор Кривозуб? А где же профессор Звездочет? Профессору приснилось ведро, а это, видите ли, знак неудачи и мозолей. Так что профессор Звездочет проведет сегодняшний день в своей башне в шелковых тапочках, а я снова должен его заменять. Вот уж точно знак неудачи. Ну где они? Я же точно помню, что читал в очках. Эй, я здесь, что случилось? Эй! Что-что? У меня все было прекрасно, пока ты не решила потоптаться на мне. Ой, прости. Шучу. В общем, я тут читал и задремал. Проснулся, ни очков, ни перчаток нет. Я уже весь колледж обыскал и... Эй, может, хватит наступать мне на ноги? Прости. Вообще-то, я пришла, чтобы помочь тебе. Ну так давай, ищи. Чего ты ждешь? Да на это же 100 лет уйдет. Эй, я знаю, кто нам поможет. Профессор Звездочет что, вам все про волшебные палочки рассказывает? Это же тема первого курса. Ладно, пишите. Волшебные палочки из дуба повышают концентрацию, а из ясеня... Кто посмел мне отключить звук? Мария. Очень хорошо. В угол позора и осуждения, живо! Маш не отвечает. Жаль, думала, она подскажет, что делать. А почему бы тебе не надеть другие перчатки и очки? Что? У меня вообще-то есть свой стиль! Ну так я знаю того, кто тебе такой крутой образ подберет! Арпад! А, еще одна! Варя тоже не отвечает. С такой помощницей я останусь невидимым совсем! Я вообще-то тут для тебя стараюсь! Девочки пока не смогут тебе ответить, а то у нас тут такое... Снегурочка! Ну, я перезвоню. Я займу вон тот, свободный угол позора. Ха, Снежка странная какая-то. Но ты не переживай, я кое-что придумала. Вообще-то я здесь. Я в этом не пойду. Да ты что, тебе так идет? Агашечки, просто отпадик. Подумать только, Алена даже не пришла. Ага. Какая откровенная демонстрация равнодушия и... Почему так долго? Проголосую за Аленочку. Но у Любавы такое платье красивое. Нет, Аленочка, она моя подруга и... А Любава так мило улыбается. Хватит всех задерживать! Но Аленки и Эи еще нет. А они абсолютно ясно, что не придут. Настя! Зой! Мы должны их дождаться! Ой, это что, вещи Эя? Не мое! Привет, народ! Смотрите, кто со мной! Я так и знал! Спасибо тебе, рыжая! Эй, вы чего? Точнее, эй, чего это они? Очень забавный наряд, эй. Но определенно твои очки и перчатки лучше. Держи. Любава, спасибо! Ты лучше всех! Ага, только ты так и не объяснила, как они оказались у Насти. Ах, Варечка, какая ты недогадливая. Разумеется, мы их нашли и принесли нашему другу Эю. А теперь давайте голосовать. Что ж... Голоса подсчитаны, и новой старостой объявляется Любава! Поздравляю и желаю успеха! Спасибо, Василиса Васильевна! Я буду работать во благо всех учеников! Во благо всех учеников! Да-да-да! Слушай, Аленка! Я знаю, что ты старалась, и типа спасибо тебе! Да ладно! А ты проголосовал за меня? Конечно! Правда? Шучу! Но все равно ты классная! Эти ужас какая странная! Ладно, бывай! Ага! Стоп! Это кто тут странный? Я-то? А ну вернись! Эй! Давай поговорим лицом к очкам! Эй! Вызывается принцесса Алена! Браво!
Какое владение магией! Экзамен блестящий! Спасибо, спасибо! Аленка, проснись! Что? Что? Мы на месте! Вот он, волшебный колледж! Правда? Дайте посмотреть! Вот это да! А что мы тут делаем, а? Ох, Настя, ну это просто рекорд. К нам в колледж приезжает принцесса сказочного мира. Горфиш! Осторожнее! Слева! Мы должны оказать ей должный прием. А, смешная какая! Аленка, отпусти! Пожалуйста! Странно, что-то опаздывает автобус. Особенного. О, это она! О. Эй, Любава! Здравствуйте, девочки! Как ваша практика? О, вы здесь! Я Аспер, то есть Астер, аспирант профессора звездочета. Простите, я напугал ваш автобус. То есть, хотел сказать, испугался вашего автобуса. Вы слышали? Профессор звездочет здесь! Значит, он будет принимать экзамен у Аленочки. Хорошо, что не кривозуб. Аленка, тебе повезло! Аленка! Принцесса, добро пожаловать! Позвольте вручить вам пирожное от самого Десертина. Как вы находите колледж? Посредственно! Никакого сервиса! Что смешного? Баба, она смеется! Нет-нет, просто вы немножечко перепутали принцессу. Пирожное, ваше высочество. Спасибо большое. Я Любава, а это Кика и Настя. Для меня большая честь показать вам колледж. Мы сами ей все покажем. Позже. Мы только с дороги. Можешь не продолжать. Я с первого взгляда поняла, что дорога вас утомила. Выглядите просто ужасно. Астер, срочно проводи девочек в их старую комнату. И захватите вещи принцессы. Пойдем, Алена. Знаете, иногда мне кажется, что Любава говорит не очень добрые вещи. Ой, ладно, девочки, не обращайте на нее внимания. Итак, справа от тебя бесконечно блуждательный коридор. Лестница туда, поле для пейнтбола. Хочешь посмотреть поближе? Да-да! Кстати, как ты познакомилась с этими девочками? Они же такие... Классные, да? Мы с ними... Правда? Надо же. Перед практикой они не проявляли никаких значимых качеств. Ты играешь в флайтбол, Алена? Нет, но Варя! Ты обязана попробовать. Я капитан команды и вижу, что у тебя есть все данные. А завтра я представлю тебя классу. Я думала, мы завтра с девочками... О, они не будут против. В волшебном колледже важно налаживать правильные связи. Правда, они никогда за этим не следили. И стали непопулярными. Что ты сказала? Что мы с тобой станем лучшими подружками. Ты, наконец, попадешь в круг лучших волшебниц. Спасибо, Любава, но скоро экзамен. И вообще... И правда, тебе лучше поторопиться. Твой экзамен уже начался. И как мы не уследили за временем. Какая неприятность. Алиса. А твои часы точно не спешат? Спешить здесь должна только Аленка! Наверное, потеряла счет времени с новыми подружками. Жалко, что ей не кривозуб попался. Ой, девочки, это же... Катастрофа! Где же эта кафедра? Здесь!
Никого? Да где же все? Все давно уже здесь, принцесса Алена. А вот вы опоздали на полчаса. Я, простите, профессор, звездочет? Вообще-то нет. Звездочету приснился дырявый носок. Символ неудачи. Так что сегодня он ножа своего из кабинета не покажет. А я профессор Крив Кузьмич. Что? Прошу обращаться ко мне по имени-отчеству. Ой, я вас чем-то не устраиваю? Нет, нет, что вы? Может, начнем уже наш экзамен? Да, да, хорошо, конечно, профессор Крив Кузьмич. Зачем вы здесь, Любовь? Это принцесса... Сейчас покажет, на что способна. Боевая форма мага? Вы решили со мной сражаться? Как интересно, правда? Настя, подай сок. Начинайте. Жили-были дед со своей... со собакой? Старухой? Дальше! Дети, подними! Ёрушка, лети! Следующее задание! Я справлюсь! Это же задание «Помоги огня»! Ваши знания просто выдающиеся! На что вы надеялись с таким уровнем? Учиться в нашем почетном колледже? Профессор, я... Нет, подождите, я просто... Он! Ой, как хорошо, что мне не нужно сдавать экзамен. Аленка, подожди! Ах, какая жалость! Без образования в волшебном колледже бедняжка наверняка станет изгоем в мире волшебников. Не надо, Варя! Снежка? Ой, сама не пойму, что на меня нашло? Какая же я глупая! Даже боги огня провалила! Мама и папа, как же они разочаруются! Да, да, я понимаю. Чьим-то ожиданиям очень сложно соответствовать. Просто родители так мной гордятся, а я вместо того, чтобы готовиться, решила погулять. Ты просто хотела все посмотреть. Это нормально для новичка? Правда? А ты где? И кто? Ты что, привидение? Надеюсь, что еще нет. Мне тут... меня немного завалило. Что? Ну подумать только. Ни подготовки, ни так-то, и поступать. Звездочет за такой экзамен должен мне 10 кружек кофе. Что там за шум? Слышать голос колледжа могу только я. Как же так? Ветер подними, перышко лети! Аспер, и давно ты там сидишь? Дай-ка подумать, 2-3 часа, пожалуй. Но почему ты себя не вытащил? Ты же волшебник! Я? Точно забыл! Со мной такое бывает иногда. Странный ты! Ты случайно не видела здесь мою книжную тележку? То есть, тележку для книг? Посмотрим. Ничего не видно. Я сейчас! Ой, чутненько. Так, что там у меня по списку? Эх, ничего не вижу. А ты не могла бы мне помочь собрать вот список по этой книге? То есть список книг. И ничего, что я прошу об этом принцессу? Нет, конечно. Так, что тут? Постирать ночной колпак, вынести мусор? Ой, это список дел. А список книг на обороте. Что делать, если вам приснился дырявый носок? Посмотрим. Вот она. Дальше. А по поводу того, что ты говорила, я думаю, что скоро все наладится. Наверное. Хотя я... Что ж, принцесса, неплохо. Ладно, будем считать, что вы сдали экзамен. На тройку. С минусом. Вот ваш список лекций, дополнительных занятий и перечень волшебной литературы за последние 100 лет. Спасибо, профессор. Это значит, что я... Вы приняты на испытательный срок. И пеняйте на себя, если я пожалею об этом. Спасибо, профессор, не надо. Ой, я хотела сказать...
Аленка, мы все исправим. Ты просто перенервничала. Мы пойдем к Василисе и попросим. Девочки, все хорошо. Кривозуб меня принял. Часики мои, она бредит. Аленка, вернись к нам. Да нет же, смотрите. Вот это тик-так. Волшебный кулер. Радуйся, принцесса. Ты даже не представляешь, что ждет тебя дальше. Запись 386. Аленка нашла своих родителей. Мы вернулись из волшебного мира. Ага, дурацкая локация! А как обрадовалась ее возвращению бабушка, сказала... Попалась! Получай! Класс! Вот это ачивка! А девушку и зайкушка! Коту вернули должность хранителя, а мы сегодня вечером возвращаемся в волшебный колледж. Я и девочки на учебу, Аленке сдавать вступительный экзамен. Ох, и как у меня в прошлый раз все вещи в один чемодан поместились. Магия, не иначе. Аленочка, а ты сама чего не собираешься? Или передумала в колледж поступать? Нет, конечно. А что сразу Аленка? Маша вон тоже сидит и ничего не делает. Вообще-то я свои вещи еще вчера упаковала. Ой, мамочки! А? Мало мне было возни с вами в сказочном мире, а теперь здесь. Вот, принимайте свою туристку. Алиса! Очень сложный. И пусть ты принцесса, поблажек тебе никто давать не будет. Особенно, если профессор Кривозуб принимать будет. У него никто с первого раза не сдает. И со второго тоже, и с третьего. Да ему вроде вообще никто ни разу не сдал. Что, правда? Родители звонят! Алиса, подмени меня! Сию минуточку! Мама, папа, привет! Всем сказочный привет! Огонек, мы тут сгораем от любопытства. Как проходит твоя подготовка к экзамену? К экзамену? Ура! Я победила! Победила! А это что такое? Пицца! Самое вкусное, что есть в мире людей! Правда? Хочу! Нам говорили, что сдать экзамен в этот волшебный колледж совсем непросто. Маша, что это за коробочка с милотой? Это называется телефон. Мы туда фотографии выкладываем. И это же Варин телефон. Конечно, справишься. Ты же наша дочка. Ага. Что это? Это сериал. Очень популярный. Мы верим в тебя, Аленушка. И это сюрприз, но я уже разослал всем приглашение на вечеринку в честь твоего поступления. Мне конец. Так, скорее. Надо выучить все. Как превратить лягушку в принцессу. Пригодится. Как выправить зубы. Если сдавать профессору Кривозубу, то может пригодиться. Как приготовиться к экзамену за 7 дней. 7 дней это слишком долго. Маша, отдай мне свои мозги. Экзаменаторы пришли. Это к нам.
Принимаю заказ. 15 пепперони, 6 салями и 1 с ананасами. Приятного аппетита. Алиса, ты это, в порядке? Угу, в полном. Ванька, подай мне еще газировки. Угу. Человеческий мир такой классный! Мышкин, это не только телевизор, спицы. Мы тебе сейчас все самое крутое покажем. Самокаты и местное мороженое. Играть так долго вредно. А вот и нет! У меня пицца стынет! Игра не пройдена! А вот фото с чудесами выкладывать запрещено. Оставь от меня кусочек пепперони! Это Алиса самокат. Идеален для спорта и развлечения. Попробуй. Но тот трюк с переворотом можешь пока не делать. Я что, должна кататься на паре палок и колес? Тренируйся давай. Аленка, подстрахуй ее. Дорогая принцесса, благодарю за приглашение в честь вашего поступления. Это будет отличной главой в ваших будущих мемуарах. Нет! И вы туда же! Девчонки, а как эта штука тормозит? А, сказочник, нам пора! Алиса! Держись! Мы бежим! А то съедем! Алиса, ты что делаешь? Колдовать нельзя! Ого! Вот это да! Откуда мне было знать, что у вас колдовать нельзя? Ох, чувствую, день будет веселый. Люди не должны знать, что волшебники на самом деле существуют. Перед вами выступал единственный и неповторимый факир и волшебник Саша! И это вы называете магией? Алиса, ты что тут делаешь? Смотрите, как надо! Встречайте! Неподражаемая волшебница времени Алиса! Магия! Это сенсация! Очевидно, волшебная! Настоящая магия! Я прославлюсь! Вот это представление! Нам конец! Любезная Василиса Васильевна, покорнейше благодарю вас за то, что вы вернули мне должность хранителя. Вы отлично проявили себя в сказочном мире. Да и девочкам пора возвращаться на учебу. Я рассчитываю на вас, кот. Будьте спокойны, теперь в Мышкине не произойдет ничего экстраординарного. К нам продолжают поступать экстраординарные кадры из Мышкина. Неужели это магия? Волшебники среди нас – чудеса! Сказка становится реальностью! Патруль! Все, спектакль закончился, расходитесь! Алиса, что ты натворила? Что скажут Кощей и Едвига? Ничего, сразу в головастиков превратят. Не успеют. Василиса Васильевна! За вами глаз да глаз нужен! Безобразие! Что вы тут опять устроили? Патруль! Кто эта девочка? Откуда? А это Алиса! Наша подруга из сказочного мира! Она тут новенькая. Она не специально. Мы все исправим! Исправят они, ну конечно! Спокойно, кот. Что ж, попробуйте. Сделаем в два счета! Но как нам это сделать? А помните, что нам сказала Аленка, когда мы только приехали в Мышки? Эй, девчонки, я Аленка, сегодня встала рано. Да нет же, Машка, ты гений! Я тогда сказала, что в Мышкине все как в сказке специально для туристов, и никаких сказок не бывает. Время устроить представление! Ой, не надо было поручать им исправлять эти безобразия. Я, как хранитель, справился бы за 5 минут. Нет, кот. Девочки должны учиться брать ответственность за свои поступки. Посмотрим, как они справятся. Смотрите, там! Летит! Скорее! Встречайте! Неподражаемая волшебница времени Алиса!
хороший. Да-да, ничего-ничего. Огромный кот! Настоящий? Ну, конечно. Это просто костюм. Точно-точно. Последнее слово в гриме. Мяу. Молодцы. Очень находчиво. А то. Сразу видно мои ученицы. Кроме этой. Да, тебе, Алиса, явно нужно получить знания о поведении в мире людей. Ну что вы, я и так все-все поняла. Да и вообще мне к себе в башню пора. Меня мои человечки, наверное, заждались. Ждем тебя на занятиях в волшебном колледже. А пока колдовать в мире людей ты больше не сможешь. Что? Увидимся в колледже, девочки. Не опаздывайте. Василиса Васильевна, подождите! Ох, шишки-дажики! Автобус скоро приедет, а я еще вещи не собрала! Алло, бабушка, помнишь мой чемодан? Большой такой! Ну да! Закрись мне, а то я опаздываю! Скорее! Скорее сюда! Отец! Сына! Часики мои все сказочные ожили! Значит, мои родители тоже расколдовались! Варечка, а вдруг они меня не узнают? Снежка, как я выгляжу? Маша, вдруг я ее не поздравлю? Ля моя, Жулюшка! Счастье-то какое! Ой, а со мной-то что было? Я с собачками в прятки играл, а потом мы к повелителю прогуляться пошли. А потом, не помню, а тут глаза открыл и вижу, нашлась! Как же они обрадуются! Родители твои! Эй, стойте! Нас подождите! Извините! Ой, остранитесь! Вот она! Нашлась! Рыжуля моя! Ваша! Ух ты ж! Ёжики! Аленка, все-то тебе подсказывать надо. Мама, доченька, мама. Аленушка. Я сейчас расплачусь. А ну, тихо! Ой, а вы продолжайте. Запись 39 785. Готовим нашу принцессу к первому балу. И почти не опаздываем. Ой, девчонки, позавчера так глупо с этими юбками получилось. Куда их вообще столько? Я так расстроилась, а мама и папа мне говорят. Аленка, посиди спокойно, а то мы и к твоему 10-му балу не успеем. Вау, какое тут все королевское. Прям как для меня. Ой, мало нам варим, теперь еще одна. Королевишна. Прости, Варечка, ну просто папа и мама такие хорошие! А их огненный фейерверк был просто нечто! И они добрые очень! Я вчера какой-то указ получили сожгла, а они даже не разозлились! Как здорово! А про тот гобелен ты им тоже рассказала? Нет, ну я же его чуть-чуть подпалила, и вообще незаметно. Да, хорошо. А как там встреча с Мороком прошла? С Владиком? Да отлично все прошло! Я им все рассказала! Начало, ну, чтобы они поняли, какой Владик на самом деле классный. Прямо все, все? Ну, конечно. Как он за ключами охотился, чтобы в волшебный мир попасть? Дракона на нас натравил и перед рядой подставил, а потом заморозил со всем подводным королевством. Как ключи похитил и меня вместе с ними, чтобы повелителю отдать. Папа и мама меня внимательно выслушали и сразу же даровали Мороку свое королевское прощение. Так
что на балу он тоже будет. Ой, девочки, как же мы теперь здорово во дворце заживем! Мы не можем, ведь завтра... Ой, это нас на бал зовут! Побежали скорее! Бал начинается? А я совсем не собрана. Дорогие подданные, сегодня мы празднуем освобождение королевства от Сирена. Опять. И возвращение нашей принцессы. Знакомьтесь, принцесса Алена и ее храбрые друзья. Сказочный мир! Приветствуй свою будущую королеву! Свети ярким пламенем, дорогая Алёнушка! Варечка, спасибо за твою храбрость! Машенька, я не знаю никого умнее тебя! Снежечка, твоя доброта не раз нас выручала! Саша! Спасибо, что всегда верил в магию. Вася, спасибо за твою честность и преданность сказочному патрулю. А теперь ты, хранительница времени. Ой, здравствуйте, еще раз. Так приятно. Я готова. Кажется, эта вещь очень дорога для тебя. Не может быть. Вы починили мои часики. Спасибо. Алиса, а тебе идет. Надеюсь, эти часики ты сломаешь не так быстро. Да начнется бал! Всем танцы! Прости, Владик, что для тебя у меня нет награды. Знаешь, мне королевского прощения вполне достаточно. Хотя одна просьба у меня все же есть. Ну не называй ты меня... А, ладно. Как же здорово, да, Саша? И теперь так будет всегда! Алёнка, но ведь завтра мы... Покатаемся на морских коньках! Потом устроим гонки на коврах в самолетах! А затем... Было бы здорово, жалко только что... Он убрал в меню хвойное мороженое! Но обещал мне что-то повкуснее! Мы не можем, ведь завтра... Мы повеселимся! Кстати, о веселье! Эй, вы! А ну-ка, гномики, подвиньтесь! Сейчас мы сыграем настоящую музыку! Канапе сами себя не разнесу. Попробуйте желе. Сказки все грустные и смешные. Для больших и малышей. Сказки все разные такие. С ними вместе веселей. Сказка, сказка, мир загадок и чудес. Сказка, сказка, для героев и принцесс. Сказка, сказка, и пускай кабан из лоб. Да что там завтра? Всегда! Алёнка, вообще-то мы весь день пытаемся тебе сказать... Только ты, пожалуйста, не обижайся. Завтра утром мы возвращаемся в Мышкин. Очень смешно, девчонки! Нам пора в колледж. И Мышкину нужен сказочный патруль. Прости, Алёночка. Что? Это не шутка? Да как вы можете? Не переживай, рыжая, зато я останусь. Нет, это нечестно! Ну и уезжайте! Алёнка! Подожди! Я что-то пропустил?
Осторожнее, принцесса. Почему вы плачете? Торт невкусный? Или нет? И теперь мои подруги уезжают, а я не знаю, что мне делать. Ведь я только нашла своих родителей, а они... Понимаю, выбирать сложно. Ну а если я уеду, мои родители расстроятся. А если я останусь, то буду так скучать по девочкам. Твои родители и подруги, они любят тебя и примут любое твое решение. Поговори с ними. Огонек, мы пришли пожелать тебе доброй ночи. Эй, что-то случилось? Мама, папа, мне нужно с вами поговорить. Итак, на переход в Мышкин записаны. С багажом в количестве. Ага, так-так. Эх, плохо, что с Аленкой так получилось. Мы даже не попрощались. Но она же теперь принцесса. Даже провожать нас не пришла. Мне тоже будет ее не хватать, Варечка. Но главное, что она нашла своих родителей. И теперь будет очень счастлива здесь, в волшебном мире. Не знаю, как вы, а я вот по дому соскучился. Хорошо, что индюк разрешил мне кое-какие саженцы забрать. Да, Саш? Что? Нам пора. Пойдемте. Что ж, до свидания, волшебный мир. Стойте! А? Куда это вы без меня? Алена! Ой, Аленочка, как здорово, что ты успела нас проводить. Я не провожать вас пришла! Я иду с вами! Что? А как же твои родители? Ой, я им все про нас рассказала! Как много приключений мы пережили, и как бабушка меня растила! А они такие замечательные! Все поняли и сказали, что мы больше никогда не потеряемся, ведь портал теперь открыт! Ой, идите уже! Мне еще отчет писать для Василисы Васильевны. Сказочный патруль идет навстречу новым приключениям! Ждите меня у портала. Я прибуду, как только... Ваша сказочность, я на минуточку. Городским часам нужен срочный ремонт. А то стрелочки не крутятся, огонечки не горят. Я вижу, вы заняты. Позже зайду. Нет, девочка, останься. Сказочный патруль? Не с места! Визирь нам все про тебя рассказал. А где он? Где визирь? Волшебница, вы о чем вообще? Хватит притворяться, мы знаем, что вы повелитель! Я кто? Ужасный темный повелитель, который превращает сказочных в камень. Какая наглая ложь! Чтобы я сотворил такое с собственными подданными? Ох, девочки, вы даже не представляете! Это все происки визиря! Оказывается, он никакой не визирь, а просто мошенник! Это он вам сказал, что я темный повелитель? Какая глупость! Этот предатель специально распустил про меня всякие слухи, чтобы выкрасть казну. Представляете? Ну, не волнуйтесь, его уже ищут. Девочки, не верьте ему! Это ловушка! Ох уж эта молодежь, постоянно перебивает. Взять их! Ай!
Комурка, где я? А это что такое? Строптивая красавица и 7 гномов? Фу, какая пошлость! Испугалась? Не волнуйся, птичка. Больше повелитель никого не обидит. Сколько раз вам повторять? Никакой я не повелитель! И никого я не окаменевал! А, вот упрямый! Заладил одно и то же! Про мифический патруль! Сказочный! Неважно! Ни про какой патруль я не знаю! И этих я тоже в первый раз вижу! Хорошо говори! Убедительно так! Варя, кажется, ты перестаралась! Он совсем памяти лишился! Но если вы не повелитель, то кто же тогда? Я вам уже говорил, я сказочник, герой сказочного мира, победитель Сирена. Вы что, не знаете эту историю? Ну тогда слушайте. Это чудище держало в страхе все королевство. Много рыцарей и волшебников пыталось одолеть Сирена, но ни один не вернулся. Я начал свое расследование, и вскоре в древних книгах нашел секрет победы над Сиреном. Одолеть его можно лишь фальшивой игрой на музыкальных инструментах. Я тут же рассказал об этом королю и королеве. Вооружившись до зубов, они отправились на бой с Сиреном и одолели его. И все, это моя заслуга. Ну и короля с королевой. Совсем чуть-чуть. Я как раз возвращался во дворец через лес, чтобы начать работу над своими мемуарами. И мне на плечо села такая хорошенькая птичка. А потом... А что же было потом? Не помню. Птичка? Это та, что все время с вами была? Кстати, а где она? Аленка, ты не видела? Аленка! Шеф, ну кто же нас тогда спасет? Чую, рассчитывать можно только на себя. Эй, девчонки! Переговоры! Развяжите меня, и я вам все расскажу. Итак, попытка снять блокирующее заклятие с портала. Номер 3814. Возможно, не последнее. Абракадабра, абрум, калабрум, шумындрум, мындрум, сапупындрум! Кто молодец? Я молодец! Ха! Так получается, птичка и есть повелитель, и она захватила Аленку. Да вы шутите? Птичка-повелитель? Да какие шуточки? Когда на кону собственная шкура. У портала ваша подруженька. Но без волшебных ключей портал не открыть. Девочки, Шушек пишет, что приходила Аленка и забрала все ключи. Так, надо действовать. Алиса, найди музыкальные инструменты. Наш враг не любит фальшивую музыку. Как же? И мальчиков надо позвать. Они ни на одном инструменте хорошо не сыграли. Делаю! За минуту! Душевно извиняюсь, но... Мы к порталу! Задержим его! Стойте вы! Шеф, кажется, нас бросили. Опять! И кто же нас теперь развяжет? Я не опоздал? Не так быстро! Ой, котик, здравствуйте! Вам удобно? Подождите немножко. Сейчас мы одолеем повелителя и вас развяжем. Девчонки, ну чего? Какой повелитель? Это же я! Хватит, Сирен, ты нас больше не обманешь! Ладно, ладно, но попытаться стоило. Что ж, раз вы знаете, кто я, то вам, наверное, интересно, как 12 лет назад ты захватил разум сказочника, обратил в камень короля и королеву и занял трон, а маленькую принцессу хотел использовать, чтобы открыть портал в мир людей, ведь сделать это может только королевская кровь! Вот только няня принцессы, тролль Ок, успел отправить ее в мир людей с помощью волшебной погремушки. Какие умные! Но знаете ли вы о том, что ты много лет назад завербовал Морока, играя на его жажде вернуть свой облик, и приказал ему найти и доставить Аленку и ключи в волшебный мир? Знаем! Но вы точно не знаете, что все это время я... Не сидели сложа руки, а готовили музыкальные шкатулки. Волколаки сказали нам, что должны были переправить их в мир людей, чтобы добывать оттуда энергию, пока вы правите в свое удовольствие. Ведь если бы сказочные продолжали исчезать здесь, то ваша маскировка была бы под угрозой. Хватит! Это был мой злодейский монолог! Но весь твой план пошел наперекосяк из-за визиря. Он уничтожил склад музыкальных шкатулок, тех самых.
программах, на которые был записан твой голос, способный окаменевать людей и забирать их жизненную энергию, чтобы питать твою магию. А теперь ты взял все в свои руки. Но и мы подготовились к встрече. Вот ведь знаки несносные, но кое-что вы не учли. Обходи ее! Давай так, сколько не помнят! Слева, слева заходи! Что ж ты мажешь постоянно чудо на водоке? Ай! Ой, прости, прости! Ого, вот это аппетит! Нет, Аленка, не надо! Эй, повелитель! Музыку заказывал? Морок! Почему так долго? Морок? Искусство не терпит спешки, колючка. Мы репетировали. Только не это! Драконы, выбираем роли! Это невыносимо! Получается! Продолжайте, ребята! Это наши сказки! Специально для тебя, повелитель. Твоя песенка спета. Хорошо у нас получилось, да? Да. Я всегда знал, что у меня есть музыкальный талант. Ага, талант. Ты сфальшивил в двух местах. Бабушка, а почему ты так на Сашу похожа? Очнулась! Аленка, наконец-то! Что-то голова кружится! Скорее, скорее! Друзья мои! Скорее! Вы должны это увидеть! Все заколдованные, сказочные, ожили! Ах ты ж, ёжики! А ты что тут делаешь? Взять его! Девочки, я что-то запуталась. Почему повелитель сражается с волколаками? Разве они не заодно? А может, они как Варечка с Машей? Они тоже часто ругаются. Мы не ругаемся! Мы не часто! А как же толстый шеф? Забудь о нем! Он возьмет зубы! Бегите, жалкие трусы! Девочки, это какой-то неправильный повелитель. Bye.
Почему вы нам помогли? Будьте так любезны. Отойдите и не мешайте. Скажите, пожалуйста, а вы правда тот самый злой ужасный повелитель, который забирает жизненную силу людей и обращает их в камень? Что? Как вы посмели подумать такое? Да из-за вас, глупые девчонки, настоящий повелитель все еще на свободе! Мы просто хотим понять, кто вы такой. Вот ведь любопытные. Ладно, слушайте. Шеф, что будем делать? Предупредим повелителя. Скорее во дворец! Когда-то давно меня знали как белого рыцаря. Я жил в далеком городке, и была у меня невеста. Но однажды я пришел и увидел, что она обращена в камень. Я был безутешен и готов сделать все, чтобы вернуть мою любимую к жизни. Это точно был повелитель! Вы заметили, как он выглядел? Сколько глаз, рук, ног? Аленка, не перебивай! Разумеется, нет. Иначе мои поиски не заняли бы так много времени. Чудовище не оставляло следов. По крайней мере, оно так думало. Но вы обошли все сказочное королевство и нашли след, ведущий к чудовищу. Да, мои поиски были долгими, а враг осторожным. Но однажды в одном из городков я нашел улику, указавшую мне путь. Что вы тут делаете? Службу несем! Несем, ваша сказочность! Никакой службы в такой прекрасный вечер! Я же говорил, всем отдыхать! Так значит, улика привела вас в столицу сказочного мира? Да! Я был уверен, что нашел чудовище и даже почти одолел его! Но вы постоянно мешали! Эти шкатулки... Какого количества хватит, чтобы окаменить половину мира? Что повелитель задумал? Не знаю, но что бы это ни было, его плану не суждено сбыться. Получается, без шкатулок чудовище не сможет пополнять свои силы. И тогда... Кекс, мне в уши врон! Кто это был? Ой, кажется, гномики ожили. Вы думаете... Если одолеть это чудовище, все заклятия будут сняты! Просто ты темно, Фрол! За мной! Ай! 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 Вот и хорошо. Ушли. Постойте! Куда это вы? Рад бы еще поболтать, но меня ждет решающая битва. Мы пойдем с вами. Я тоже хочу найти это чудовище. Оно превратило в камень моих родителей. Мы поможем вам. Благодарю за столь щедрое предложение. Но мне не нужно, чтобы вы опять путались у меня под ногами! Что вы делаете? Это же запирающее заклинание! Эй! Уберите эту штуку! Вы не должны биться в одиночку! Сидите пока здесь, волшебница. А меня ждет встреча со старым врагом. Думаю, да. Я смогу снять заклятие, но на это потребуется время. А вот и наша спящая красавица очнулась. А ну отвечай! Кто такой повелитель? Где он? Что молчишь? Ничего вам не скажу! Противные девчонки! Скажешь. Ну, сарделька несчастная! И что ты за жизнь у меня собачья? Все-то на меня ругаются. Сев кричит, тонкий рычит, а в плену кричат еще страшнее!
Бедненький, больше тебя никто не обидит. Ну вот, хороший мой песик. Ах, я всегда мечтала о собачке. А мы почти у цели. Еще немного, милая, и мой план воплотится в жизнь. Попался, злодей! Визирь? Давно не виделись. Ваша сказочность. Где ты пропадал? Я... Хватит притворяться. Я знаю, кто ты. Однажды Тонги надкусывал все запеканки у кота и свалил на меня. Обидно было. Признание своих чувств – это первый шаг к душевной гармонии. А Сэф на горочке меня не пускал. А это был мой выходной. Ты не должен просить разрешения, чтобы провести выходной так, как тебе нравится. Не должен? Конечно. Ты волен сам выбирать себе досуг из того, что ты любишь. То, что я люблю? Да, я же вижу, что ты не такой злой, как другие волколаки. И не хочешь, чтобы сказочным жителям было так же грустно и страшно, как тебе. Да вообще-то мне как-то все равно. Не хочу, не хочу. Тогда помоги нам остановить повелителя, пожалуйста. Да я его видел-то всего пару раз. И то он был в этом капюшоне. Миленький, может, ты еще что вспомнишь? А? Да, он что-то говорил? Или как-то по-особенному мычал? Маячился? Мартышился? Муравьидился? Мяукал? Да? Так значит, повелитель это... Что застыли? Схватить! Плохо дело. Сказочник, повелитель! Как же мы сами не догадались! А визирь? Это были не покушения! Он пытался его остановить! Как там толстый? Уже голодный, наверное! Девочки, нашла! Опру что! Скорее во дворец! Мяукал? Зачем они сказали мяукал? А! Ладно. Повелитель, визирь спрятан как положено, но склад шкатулок обнаружен девчонками из патруля. Ничего вам нельзя доверить, дворняги бесполезные. План меняется. Готовьте портал!